Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили ход капитального ремонта в многоквартирных домах номер 33 и 35 на улице Маршала Жукова и в доме номер 22 на улице Глазынинской. Эти объекты вошли в реестр наказов предвыборной программы. Как сообщил депутат окружного совета депутатов Александр Гусев, партийный контроль за проведением работ осуществляется на всем протяжении капремонта.